Сегодня Госдума рассмотрит законопроект, который позволит приравнять СМИ, финансируемые за рубежа, к иностранным агентам. Поправки уже согласованы. Слушания пройдут сразу во втором и окончательном третьем чтениях. И до конца дня документ отправят в Совет Федерации. Сенаторы рассмотрят его на ближайшем заседании через неделю. В обеих палатах парламента отмечают, что Россия не хочет ограничивать работу журналистов. Это зеркальный ответ на требования Минюста США к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве иноагента.